square miles. Go into the street location for the new program. This is Blackbird, routing on schedule. We are inbound packages good to go. Over. Привет всем, друзья, с вами Дарт, и мы начинаем второй сезон игры по игре Jurassic World The Game. Значит, просто возрастает интерес к вселенной мира юрского периода. Все-таки в следующем году выходит сразу и игра, и фильм. То есть там, ну, думаю, интерес у людей возрастет. И я вот снимаю как бы заново эту игру, только здесь уже буду в ускоренном варианте, то есть не буду там что-то вам рассказывать прям долго-долго-долго, просто по бринкам там битвы будем встретить, животных и прочее. Так, ну здесь сразу изменилось, то есть вот видите, новый уровень сразу можно получить в один клик. Раньше 5 раз приходилось кормить животных, чтобы оно получало новый уровень, сейчас вот одного клика хватает. Не показал вам начальную битву, которая была там в самом начале игры, потому что там, ну, жутко лагала эта программа, через которую я снимаю, она это немного того, не оптимизирована. Вот. Значит, сейчас мы тут из двух одинаковых трицератопса получим одного более сильного. Это такой, как бы, фишечка такая в игре, для тех, кто не в курсе. Предыдущее видео можете посмотреть у меня на канале, ссылка будет в описании на плейлист. Там посмотрите, там вроде название есть же, по животным можете посмотреть какие-то конкретно, если вас интересуют. Так, ну вот создали. Вот такой вот он у нас есть. Все вот это, я был, ну, с самого начала за игрой слежу, все это, все вот менялось. То есть на заднем фоне все было по-другому, раньше создавалось все по-другому. Прям все изменилось. Те, кто смотрел мои видео или тоже сначала следили за игрой, они меня поймут. То есть тут прям реально все изменилось. Читайте вы тут все сами, если не успеваете, ставьте на паузу. Так, ну вот, собственно говоря, вернулись в битву, которая начиналась с самого начала. Там нас как бы типа мой мегазавр почти ушатал. Сейчас мы его типа ушатаем. Вот, два очко одно на сохранение положили. То есть типа, чтобы оно сохранилось и никуда не тратилось. Вот, теперь у нас два дают и одно дополнительное. Теперь мы можем провести сильную атаку, собственно говоря, что от нас требуется. Также можно ставить блоки или все вставить опять, сохранить очки, чтобы нанести либо более мощную атаку, либо защиту вставить. Это все тут гораздо интереснее, чем в билдере. Там просто вариант давали там три различных удара. Вы просто выбираете, какой из них против вашего соперника будет наиболее сильным. То есть там нужно было либо угадывать, либо знать. Так, ну сейчас нас водят за ручку, то есть тут я, собственно говоря, тыкаю только, нажимаю только то, что мне говорят. Тут я не сам играю, да, вот мы ингозавра победили, и его получаем, то есть теперь мы можем его создавать. То есть его можно просто получить, но если вы его в битве, допустим, не прошли, то вы не имеете, ну, нет у вас возможности его создавать. Только если вы еще раз его где-то выиграете, да, можете еще одно. А так вот именно воссоздавать сколько угодно раз, и у вас не получится. Такой мейнгозавр, это два вот, трицератопса и мейнгозавр, это два первых животных в игре, сейчас еще третий какой-то будет, не помню, летающий вроде бы, давно это было. Так, ну вот сейчас я пытаюсь как бы нажать на трицератопса, чтобы монетки с него собрать, но мне не дают, потому что вот видите, там вот только сюда я могу нажать. Если вы не знаете, как что-то делать, вы можете просто нажать стрелочку около миссии, и вас прямо приведут к тому, что вам нужно сделать, или купить, или построить там что-то. Вот. Ну, вот мы выполнили, сейчас, наверное, второй уровень получим. Я говорю, игра не оптимизирована. Ну, вот видите. Вот, значит, мы открыли одно украшение, здание, расширение территории и возможность сразиться за Аланту, я так понимаю. Так, ну и за каждый новый уровень дают вам набор один. Ну это, наверное, многие знают уже. Для новичков.
новичков-то будут познавательны. Да, тропиогнат все-таки стандартное животное. Теперь меня просят его как бы создать. То есть я пытаюсь сейчас вот, попытался, точнее, побольше поставить еды, чтобы создавалось подольше и побольше. Ну, дольше количество времени, грубо говоря. Но не дают, мне нужно обязательно в рынок переходить, то есть прямо реально за ручку меня ловят. Тут много изменилось именно в... вообще всего. Здания некоторые по-другому стали выглядеть. Кучу всего в игру добавили, игра развивается, это хорошо. Так, ну давайте выведем его. Ну вот, ускорить бесплатно, интересно, это такой фигни раньше не было. Это работает только на первых трех животных или на каких-то еще. Так, ну вот первый летающий в нашем парке. Ну, первый птерозавр, грубо говоря. Так, ну даже я его переместить не могу, только поставить именно в том месте, в котором он уже стоит. То есть вот я пытаюсь сейчас его куда-то тыкнуть, там мне, ну, типа передвинуть. Не дают. Придется здесь и ставить. Так, и вот нам дают набор. Не знаю за что, за выполнение миссии, возможно, хрен знает. Раньше вообще было прикольно, вот именно как только игра вышла, там была такая фишка, что один набор, вот эта вот загадка, которая, когда ты не знаешь, это обычные, там редкие или суперредкие животные. Вот. Раньше он вроде 150 баксов или 1500 баксов стоил, игровых вот, которые рядом с монетками. Просто можно было накопить баксы и сколько угодно покупать себе этих наборов. Ну, потом это убрали. Ну да, это не круто. Так вот, новости. Ежедневные задания какие-то, вот морская арена, вот это вот, или где водоплавающих разводить можно. Водных животных. Тут вот набор можно купить за деньги, за реальные. Ну, такое как. Такое каждый день в игре что-то появляется там. Так что интересно наблюдать за этим. Вот, и. Ну, видимо, сейчас это отменили насчет наборов, потому что. Ну, когда сделали раз 6 часов, то есть людям нужно, если они хотят что-то получить, они будут каждые 6 часов заходить. Это как бы все понятно с точки зрения игры, то есть прикольно. То есть заставляет, как бы, грубо говоря, людей, принуждает заходить. То есть если они что-то хотят получить, пусть заходят. Так, это у нас за VIP-очки, чтобы туда вступить, в этот VIP-орден. Нужно, короче, 500 рублей в месяц, что ли, платить. Я такой, да, спасибо, не надо. Вот набор из 30 сколько стоит? Офигеть, вот расширенный стоит 3000 рублей за набор карточек в игре. В игре, вы представляете? Если кто-то покупает, то они там просто процветают, вот эти товарищи. Так, ну сейчас я хотя бы могу переместить тропиогнат, куда мне нужно. Так, что? А, понятно, у нас можно диплодока получить и дополнительные ресурсы. Такие тоже за реальные деньги. То есть вместо набора какого-то вы конкретно покупаете это животное. То есть оно 100% будет в этом наборе. И дополнительно какие-то ресурсы, чтобы, ну, завлечь вас купить этот набор. Ну, не советую. Так, ну вот у нас схватки, видите, события какие-то там у нас. Открывается с какого-то уровня. С какого-то уровня. Так, вот сейчас я перешел на свой профиль. К сожалению, тут у меня вот еще набор есть возможность взять. Значит, у меня, к сожалению, тот потерялся, на котором я снимал первый сезон. Поэтому вся та куча животных, которая у меня там была, сейчас ее нету. Так что будем все заново получать, выигрывать. Так. Ну, как видите, здесь вот у меня ресурсов уже поменьше, чем там предлагали. И VIP-очки вот у меня тут есть, откуда-то непонятно. Так, еду соберем. Так и много, если честно. Но учитывая, что сейчас животное не надо по 5 раз кормить, это, блин, вообще прикольно. Гораздо меньше еды тратится. Раньше там вообще у тебя миллион еды, грубо говоря, и там покормишь кого-нибудь, не знаю, индоминуса, и до 10 уровня прокачаешь, у тебя там 100 тысяч останется, офигеть. Сейчас, наверное, это по-другому как-то все выглядит. Да и быстрее животное улучшается, то есть там ты тыкаешь, 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 а тут буквально 9 раз нажал, и животное 10 уровня. Прикольно. Так, вот трицератопса вам показываю новенького, который вот... Ну, вот я его до 20 просто улучшил, я его там не показывал, как он выглядит. Вот так вот он цвет изменяет. Все животные там изменяют цвет с каждым уровнем. Ну, там, имеется в виду, до 10, до 20, до 30 и до 40 у них у всех разные цвета. То есть статистика, вот он стал посильнее у нас, больше монет приносит.
из-за того, что тут как бы я с компьютера играю, тут как бы не сенсор, поэтому очень трудно поворачивать экран. Так, ну, нажимая на животное один раз, кликая, да, или на телефоне, допустим, там нажимаете, вот он как бы это, ну, типа вы его гладите и все такое. Два раза, когда вы нажимаете, у него вот агрессивность, типа он, типа вы его ударили, он такой, типа, что за фигня. Это все очень прикольно придумано. У разных животных они по-разному эти анимации выглядят. Когда это животное просто стоит, допустим, вы кликаете на него, у него тоже различные анимации. Анимация того, как они едят, тоже у всех различные. Но есть животные, у которых это повторяется. То есть не прям так, что у каждого все это уникально, к сожалению, но в целом все равно это очень интересно. Так. Вот мой газон. Видите, я его типа погладил. Сейчас можно попробовать его агрессивность прямо сейчас. О. Пытался палец мне откусить. Ну, если бы я с телефона играл, типа палец откусить мне пытался. Так, ну что, давайте, наверное, покурим. Так вот он в игре выглядит. По поводу того, выглядят они как... Ну, здесь не ищите реалистичности в этой игре. То есть это игра типа по фильму, а по фильму, как мы знаем, многие животные не соответствуют даже ископаемым останкам или представлениям самих палеонтологов, палеохудожников. Так что вы тут не чите, прям что он, ой, что-то он не так выглядит. Это как бы из вселенной мира юрского периода, где там их скричутся с разными ящерицами, амфибиями, поэтому они здесь и могут выглядеть как-то иначе. По поводу всяких сравнений я в предыдущих видео говорил, если прям так хотите, можете посмотреть. Здесь я ничего не буду на это обращать внимание, потому что это очень долго, да и никому почти не интересно это слушать. Сами все видят, сами все знают. Так, создадим еще одного мангозавра. Всего таких я 12 могу поместить, но при этом скрещивая их между друг другом, можно получить там гораздо больше животных, там, чтобы все 12 было заполнено мангозаврами 40 уровня. Так, вот реванш. Победить схватки уровня 2. Так. А, арены у нас нету, поэтому придется по стрелочке переходить. Ну вот схватки в углу слева внизу есть. Я уж сюда нажал, доклад. За ламку возможно сразиться, если я выиграю. Так, ну как перемещать, я знаю, вы вот читаете, для тех, кто не в курсе. То есть просто кликом как бы переносите. И тут вот у нас есть такая фигня, кто против кого силен. То есть, допустим, хищник против растительноядных, растительноядные против летающих. Вот такая статистика. То есть, если он сильнее, это значит, что его атака увеличивается. Вот видите, у меня атака где-то 32, а из-за того, что травоядный сильнее летающих, у него тут вот 48. Вот видите, да, не оптимизированно немного подлагивает. То есть у меня на компьютере как бы все в целом нормально работает, и память, ну, не занята, центральный процессор не так загружен, ну, точнее, там, даже наполовину не загружен, но вот играть что-то подвисает вот на этой программе. Прошу за это прощение, может, конечно, в будущем все исправится, я был бы очень рад. Так, ну вот мы быстро победили из-за преимущества, то есть, ну, травоядным. Ну, это вы сами там ставите специально. Если у вас нету животного преимущества, которое можно взять, то придется выигрывать либо на равных, либо когда у животного противника сильнее у вас будет атака, то есть он будет вам повышенный урон наносить. Так, ну вот таланку есть возможность создать. Так, так, ну пока ничего, наверное, трогать тут не буду. Так, миссию какую-то он опять не дает, о лангрейди. Ну я и выполнил уже, мы прокачали нашего мангозавра до 10 уровня, только до 5 просили. Кстати, в этих миссиях присутствует некий сюжет. То есть, ну, кто смотрел мои предыдущие видео, я там все читал, там реально какой-то сюжет прослеживался. Так вот, новый уровень я получил опять. Возможность сразиться за любую амфибию или нацелиться. Так вот, ресурсы какие-то. На моем уровне они, к
конечно, может и полезно, но в будущем этого очень мало. Так, опять эти очки доверия. Ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. Новый сезон, может, надеюсь, станет для вас интереснее, чем предыдущий. Лайк, подписка, вступайте в группу канала, ссылка будет в описании. Там можете предыдущее видео тоже посмотреть, там же ссылочку найдете. Вот, с вами был Дарт Сидиус. Всем всего хорошего. До скорых встреч и увидимся в следующем видео. Всем пока!